Давайте, давайте, активнее, работаем, работаем. Каждый по прицепу берет на спину себе вот это затаскивает, на улицу его вот это выносит. Давайте, давайте, быстренько, быстренько, быстренько. Бабуля ждать не будет сутками, да, бабуль? Сейчас тебе все бабки вот это дадим. Так, мелкий, ты тоже вытаскивай. Раз, два, три прицепа у нас здесь. И внутри у нас еще четыре прицепа. Ну все, бабуль, поровну с тобой поделили бабки. У меня четыре прицепа осталось, у тебя три. Все, мы в расчете. Слушай, милок, я бы на твоем месте не жлобилась бы тут. Я же в любую секунду могу передумать и кокнуть тебя, не? Ну, в принципе, правильно, да. Тогда еще один прицеп вытащите. Только тот прицеп, где меньше всего бабок. Посмотрите, вытащите сюда бабульки. Сейчас, бабулька, все будет, четвертый прицеп. Карга старая, жадная. Ну, вытащите уже хотя бы один прицеп. Давайте быстрее. Давай, вот этот, валим деньги на бочку, белок. Все будет сейчас, все будет, все. Четвертый вот это прицеп. Ага, ну, вот это, пару стаков сэкономили. Все, сделка закончена. Ты меня больше не кокаешь. Мы с тобой в расчете, бабуль. Ну вот и слава яйцам. Куриным, конечно же, куриным. Короче, пацаны, нужна ваша помощь. Сейчас каждый берет по прицепу и тащит в дом бабульки. Она же старая, она все эти четыре прицепа утащить не сможет, поэтому давайте, помогайте. Ну чё, бабуль? Надеюсь, то, что после этого ты на меня зла не держишь, а? Мы с тобой помирились. Максимум, что я держу, милок, так это половину твоих бабок. Хе-хе, спасибо за счастливую пенсию, милок. И тебе, бабуль, спасибо за то, что мы с тобой смогли нормально по-человечески договориться. И что самое главное, мы с тобой остались друзьями. Поэтому все, давай, текай из городу. А я, ну, три прицепа, в принципе, тоже как бы бабки. А остальные бабки потом заработаем чуть позже. Ролики как бы еще наснимаем и потом еще пару прицепов. Все, давай, 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 полетело, полетело. Так, ну, ждем мелкого, не будем делать то дело, которые я запланировал в сегодняшней серии. Главное, чтобы они как можно скорее пришли обратно. А, так вот, едет кто-то. Неужто мелкий вот эту машину нашел себе? Ты еще кто такой, ядрёна-матрёна? Неужто ты меня в армию снова пришел забирать? У меня такое ощущение, то, что мы с тобой где-то уже виделись, не? Слушай, если что, я сразу говорю, я многодетный отец. У меня это, у меня титикака есть, у меня мелкий есть, у меня два ребенка есть. Если что, армия здесь мне ни при чем. А-а-а, как каждый раз про это забываю. Охрана, вы его охрана, да? Банкир, здорово! Смени, пожалуйста, банк, я тебя умоляю. Я задрался твои бабки в прицепах таскать. Чё ты же их сам не забираешь, а? Да, дел как-то много. Эту планету спасаю от вампиров, от всяких каркарг вот этих старых, летающих на своих вот этих метлах, бабок и ёжках. Как-то времени не было. Сколько ты прицепов-то мне притащил? Три прицепа! Каждый прицеп забит просто бабками. Так, а вот этот прицеп еще бабуля, она что-то его не забрала. А вот туда выкинем. Ну, спасибо огромное. Этот я не успел только что половину своих бабок просрать, как заново их всех восстановил себе обратно. Спасибо огромное. Калаш спрячь, спрячь калаш. Ага, ага, все, спасибо за предоставленные услуги, ага. Все, да ты тоже давай с моего участка проваливай, чтобы я тебя больше здесь не видел, ни с армией, ни вот это, ни с охраной. Три прицепа ядрить, колотить, ну плюс бабки в гараж. Нифига себе, я сейчас наварился, я просто забываю каждый раз то, что мы ролики записываем, выкладываем, а мне там деньги вот это в банк капают, а я их никогда не забираю, как этот прицеп этот поднимается. А, летаешь там, да? Ну, летай, летай. И последний прицеп вот туда. И у меня снова 7 прицепов. Неплохо, да, бабуль? Ты, кстати, прицеп там свой забыла. Вот сзади, забирай его и летай домой. Милок, я вижу, у тебя тут пополнение. Ты это, не хочешь поделиться? На! В смысле поделиться? Это уже новые бабки. Это не те бабки, на которые мы с тобой договаривались. Не-не-не, бабуль, ты меня сейчас здесь не обманывай. Ну... Слушай, если у тебя ночью пару прицепов исчезнет, чур, это не я. Если у меня пару прицепов исчезнет, то чур, я сразу к тебе домой приду, карга старая. Поэтому ты там аккуратней, сюда, стрессу отсюда давай. Все, закрою я на всякий случай гараж, чтобы вот никакая вот эта кошелка вот, летающая сюда ко мне не зашла, а? Все, давай, бабуль, проваливай и прицеп свой забери. Так,
ждем Мелкого, Степу и Гену и убегаем отсюда по делам. О, приперлись. Что, и моцики захватили, да, наши? Все, бабло отнесли? Вот и молодцы, там последний вот этот еще прицеп остался, но бабулька его потом сама вот это заберет. Все, готовы к главному заданию на сегодняшнюю серию? Поэтому давайте, не отставайте, идемте за мной. А на самом деле, знаете, у нормальных людей, ну, в деревнях, там, в городе, на деревьях, там, яблоки растут, груши растут, там, у кого-то, может, бананы растут, у кого-то еще что-то. А у нас в городе все как не у людей. У нас на деревьях и на столбах граф Дракула растет, которого мы сегодня отправим в одно очень увлекательное и красивое место. Тебе там граф Дракула 100% вот это понравится. Сейчас я его спущу отсюда. А вы снизу самое главное не ловите его. Не надо его ловить, чтобы он хорошечно башкой стукнулся об землю. Так, граф Дракула, аккуратно. Как это сломать не достаю. Хлопа! Ты там живой? А на самом деле мне как-то без разницы, но ладно. Так, сейчас я спущусь. Ага. Все, готов, вампирюга. А где, кстати, вот это Гена и Степа? Какие молодцы, заботливые. Так, Степа, слезай, слезай с тарантайки. Слезай, я на нее сам сяду, мелкий, садись со мной. Давайте, не отставайте там. И ты, граф Дракула, тоже не отставай. Поехали, по катушке. Ты там, главное, смотри, с каната не, вот это, не сорвись, граф Дракула. Не вот сюда, в мэрию. Вот, надо встретиться с бомжарой. Тарантайки оставляем вот здесь. Ты там нормально? Пятки не вот это не стер, пока за нами ехал. Так, все, я его оставляю вот здесь. Степка, присматривай за ним. Гена, мелкий, сюда за мной. Давайте, быстро, надо встретиться с бомжарой. Быстро давайте, заходите. Вы самое главное не шумите, а то тут Леночка, она как бы беременная, ей нужен покой, поэтому аккуратно. Бомжара! Можно зайти? Можно. Давайте, заходите, заходите. Титикака, здорово, как жизнь молодая. Так, бомжара, Леночка. Чё, бомжара, как Леночка себя чувствует? Все хорошо? Да, вроде все хорошо, вот к родам готовимся. Леночка отдыхает. А, ну вот и отлично. Потом, когда рожать будете, меня позовите, я приду и на камеру засниму все это. Прикинь, вот это, ролик засниму, как Леночка рожает, на YouTube выложу, еще один прицеп с бабками заработаем. Ха, а что, нормально? Бомжара, там на самом деле все готово, можем идти на улицу. И надо отправлять графа Дракулу на далекий-далекий курорт, куда мы договорились с тобой. Все, давай, пошли. Ты, Титикака, за главное здесь остаешься. Сиди за Леночкой и вот, чтоб с ней все было хорошо. Все, бомжара, давай, пошли. Ну, ты это, бомжара, давай рассказывай, чё, куда мы будем тащить этого графа Дракулу. Мелкий, ты опять со второго этажа спрыгнул, даже с третьего, ядрить-то колотить так. Стёпа! Ты чё, наелся и спишь, что ли? Вставай, давай, собака сутулая! А если бы он сейчас все руки развязал, если бы убежал? Ты чё, уснул на работе? Ты чё-то просить тебя так, вот этот бомжара, куда мы сейчас графа Дракулу вести будем? Лучшая камера в местной тюрьме уже ждет, не дождется нового посетителя. Ну вот и отлично, все, повели тогда давай отсюда, все, давайте за мной, не отстаем. Сегодня мы с графом Дракулой попрощаемся один раз и навсегда, больше мы с ним никогда не встретимся. Так, бомжара, здесь я его отцепляю. И здесь он полностью вот это переходит в твои вот это уполномочия управления. Давай, тащи его туда, куда надо. Только аккуратно, самое главное, ты его там с неба случайно не урони, а то он как бы уже человек, он не разбиться может. Господи, граф Дракула, удачного тебе полета! Бомжара, ты взлетай, главное, ты куда сейчас разобьешься? Ешкины картошки. Бомжара как не умел летать на самолете, так и не умеет. Слушайте, а чё если... Мне просто интересно, куда бомжара всегда вот это увозит заключенных? Он их куда-то же на самолете перевозит. Вы не против, если я сейчас за ним полечу? Просто в самолете как бы одно только место. Вы тогда за самолетом бегите. Вот он пролетает, пролетает сверху меня. Так, вы за самолетом бегите, а я полечу за бомжарой. Давайте догоняйте, самое главное. Главное не разбиться. Я вроде второй раз в жизни на самолете летаю. И сейчас разворот, он вроде в ту сторону полетел. Так, как подъем совершить? Я сейчас в дом куда-то врежусь. Так.
А так вот же самолет припаркован. Ядрить меня в пупок, а это что такое? Так, сейчас разворот, поворот, наклон в эту сторону, сюда. Приземление, главное в бомжару не врезаться. Ну что, вроде для второго раза очень даже неплохо. Слушай, бомжара, а когда у нас здесь, за городом практически, когда у нас здесь такая огроменная тюрьма успела появиться? Я же помню, тут примерно серии 40 назад это, тут же дом какой-то разрушенный был. Ты когда тюрьму успел построить, а? Так это вообще лучший санаторий во всем городе ютуберов. Если вдруг захочешь отдохнуть, обращайся. Я пока что в ближайших санаториях отдыхать не планирую и планировать не собираюсь. Все, давай, повели. Мне просто интересно, куда ты всегда отвозил заключенных? А ну вот что получается, в санатории местный. Ну давай тогда веди бомжара. А ты, граф Дракула, лишний раз не рыпайся. Танки, вертолеты. Хай, вот эти машины, джипы, и здесь еще джипы. Еще один танк, ядрить. А чё я раньше-то не видел, то, что здесь тюрьма такая огроменная? Так, сейчас двери закрой, как и закрой. Двери не работают, бомжара. Так вот, куда ты всех их отводишь, да? Слушай, а здесь есть кто-то в камерах? Вот те заключенные, которых ты сажал раньше графа Дракулы. Здесь у нас кто сидит? Маньячелла! Вот кто у нас здесь сидит! Вова, ножики, спрячь свои, спрячь ножики! Грозный-то такой! Чё, как сидится, как отдыхается, а? Однажды я отсюда выберусь, и ты знаешь, что я тебе сделаю. Что ты мне сделаешь, маньячина? Трусы ты разве что мне постираешь и носки? Вот что ты мне сделаешь. Не рыпайся, обратно туда отошел и сиди там, и сиди там дальше. Хе, так, а здесь у нас кто сидит? Так, а ты еще кто такой, бородатый? Это, походу, этот у нас в городе давным-давно был вот главный бандит, да, или мафиози, или как тебя там звали. Он вроде мафией заправлял, я даже не помню, как я тебя в тюрягу отправил. Но он вроде здесь в два раза дольше сидит, чем маньяк. Ну, неплохо, здравствуй, вот это, соскучился по тебе. Так, ладно, бомжара, давай не тянем кота за причиндалы. Графа Дракулу сейчас надо засандалить в отдельный вот этот изолятор. Вот сюда ты, Дракула, и... поместишься, да? Все, давай, затаскивай ее туда внутрь. Заходи. Развязывай его, бомжара, и пускай он там сидит. Ага, все, давай, выходи, двери за собой закрывай. Ну что, до скорых встреч! Лет через 100 встретимся, наверное. Хотя нет, ты же уже смертный, 100 лет ты не проживешь. Но в любом случае, все тебе хорошего, вот это, граф Дракула, ага. Мы с вами еще встретимся. Да, обязательно, я буду тебя вот это навещать здесь, эти бутерброды сюда буду вот это тащить, чаёчек, чтобы ты это кушал, не голодал. Все, пошли, бомжара, давай, выходим отсюда. Все, удачи вам всем там, сидите. Вдруг там в будущем у вас еще новое вот это пополнение будет, соседи в камеры мы сюда посадим. Все, давай, выходи, бомжара, давай, быстро выходи. Закрываем ворота, и больше в эту тюрьму мы с тобой, походу, не возвращаемся, да? Ну, я надеюсь, хотя бы в ближайшее время. Все, давай, пошли отсюда. А вот уже сейчас, бомжара, можно устроить настоящую тусу в городе. Соберем просто весь город, каждого, кто здесь живет. Все придут, стол накроем, магнитофон в этот музыку закачаем. После этого просто неделю будем тусовать. Так, пропажа наша явилась. А что, Степу потеряли? Где Степа, а? А Степу Ритка домой позвала. Вот оно что. Ну, ладно, бомжара, мелкий, Гена, топаем домой, отдыхаем, накрываем на стол и устраиваем самую жесткую тусу у нас в городе. А? Все согласны? Со мной. Это еще чёт за шайтан, машина летающая. Так, отходите, сейчас же придавит вас, отходите сюда. Бомжара, это не твои случайно знакомые еще кого-то сюда привели в тюрьму, не? Чё-то я сейчас вообще ничего не понял.
ты еще кто такой хрыщ усатый? Здравствуйте, молодые люди. Мы с вами еще не знакомы, но разрешите мне представиться. Я президент страны ютуберов. Я к вам по срочному делу. Кого ты президент ютуберов страны, молодой взрослый человек? Чё он сейчас пёрнул, президент этот?